Армения и Азербайджан объявили о прекращении боевых действий на границе после телефонных переговоров с представителями России. Об этом сообщает информагентство со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее ситуация в Сюникском районе резко обострилась. Дело дошло до вооруженных столкновений и жертв. На заседании Совета безопасности в Ереване премьер-министр Армении заявил: «На фоне молчания наших партнеров по международному сообществу, Азербайджан и его сторонники продолжают свои агрессивные действия. Моя оценка однозначна. Азербайджан и его сторонники нацелены на наш суверенитет, нашу государственность, нашу независимость». Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах территорий, применении артиллерии и бронетехники, сообщается о погибших и раненых. На брифинге в Министерстве обороны Азербайджана его представитель так обрисовал ситуацию: «С целью предотвращения боевой активности армянских вооруженных сил, наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджара и Лачина, сразу же предприняли оперативные меры. Первоначально было ограничено движение противоположной стороны. Нанесен ущерб ее силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянское противотанковое устройство и миномет были уничтожены». Москва и Брюссель призвали Ереван и Баку к срочной деэскалации. Тегеран выразил обеспокоенность новым обострением на армяно-азербайджанской границе, считая, что оно угрожает установлению мира в регионе.